Значит, такой вопрос от читателя, вернее, от посетителя канала на Ютубе. Меня интересует определение индивидуальной конституции, чтобы я проконсультировал через интернет, через скайп. Конечно, это все возможно. Ну, как-то мне особо делать не хочется. Ну, просто вот не хочется делать. Тем более я в одной из своих книг описал очень подробно, как определять самостоятельно индивидуальную конституцию. Тем более я выложил уже 10 книг «Основы здоровья», в которой можно найти эти данные, почитать. Там опросник, и вы можете легко и просто определить свою индивидуальную конституцию.